Марина живет в моем доме, и нам дурная слава не нужна. Вы женатый мужчина, она замужняя женщина. Ну что люди скажут? Я видел, как ты сейчас с Полянским обжималась. Ну просто подвез меня домой. Неприятно слышать, да? Ты привыкай, привыкай. Упал уделок. Вы дадите Марии развод и навсегда исчезнете из жизни моих дочерей. Какого черта вы управляете моей жизнью за моей спиной? Все не выпадково. У 23:15 на СТБ.